Ты даже не топорист, я говорю, я кулачист. Одежда Аки у Стивена Сигала. Так у меня халат должен быть до колен. Бусы там на руке какие-нибудь. Обязательно черные очки такие. Узкие. Я чисто так саечки за испуг вот так буду ставить. И типы там будут сервис бить в сервантах. Блин, еще и дождь. Ну ладно, дождь нас прикроет немножко. О, нет. Ну ладно, погнали. Так, ближайшее оружие у нас, по-моему, вот тут, возле схрона можно поискать. Ну, там типы могут быть. Тайнички. А я не знаю тайники в лесу. В этом проблема. Я в лесу обычно прихожу, чтобы людям в голову пострелять из снайперки. Давай, мосинку какую-нибудь. Так, где еще ближайший? Тут может быть в бункере что-нибудь? Чем боты бежать будут? Потому что они атакуют топористов. А я вообще, я даже не топорист, я еще хуже, понимаешь? Поэтому они должны меня атаковать. Куда мы не пойдем пока что. Либо наоборот, можно туда пойти и оружие полутать с тех, кого он убивает. Во, он ботов убивает, отлично. Пусть убивает их, я сейчас с них лут заберу. Россыпи кидай в противника. Могу, конечно, курица из лука еще выстрелить. Я показал, что это бежит на меня. Вон он, убегает. Все, он убежал, нет? Резиновый орущий. Либо как они заглушители, помните, убивали? В упор такие подходили. А из ствола такой маленький молоточек такой по голове. Пам, по типам. Левый коронный, правый похоронный. Нехороший вы, блядь, человек. Короче!
Эй! Вон он, упырь! Бля, они прям возле этого сидят, но... Блядь, чел бежит. Боты спасайте. Блин, он вот тут нигде ботов не убивал. Тут с этим дождем ничего не увидно. Не увидишь. Вон, вон, вон он, сука! Два ящика у выхода с пикапом. Бля, ну можно туда сбегать, конечно. Но как бы этот чел меня не увидел, пока я там бегаю по опену. Да вот, вот он! Слушайте, вроде боты, кстати, ушли от того бота мертвого. Есть вариант его, мне кажется, полутать сейчас. Не надо, блять, не надо. Нехороший вы, блять, человек. Вот хуй. Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Ты куда пошел? Из-за дождя вообще ничего не слышу. 113-й. Спасибочки за 600. Благодарю за поддержку. Он к выходу пошел. Бля. Как с этого говна стрелять без прицела-то?
Погнали. Это кто? Это чевок. Встал. Нет, как не вовремя. Как ты его убил? Все было рассчитано до миллиметров. Четкий выстрел в живот. На самом деле, хуй его ставит. Один выстрел, блядь, дробь. Семерка. Картечь, точнее. Да. Опять руку выбили. Да вы жулики, ебали. Если бы он знал, что я еще голый был полностью, это вообще вот тогда. Чел игру там должен был удалять сразу. С ноги. Он еще 50-й уровень. Дождь, капец. Короче, за... Сейчас, куда я убил его? А, я ему в голову дал? Я вроде в ноги целился. Но правда, по этому дробовику хрен поймешь, куда целиться. У него же нет прицела-то, блин. Короче, сколько у меня часов тарка? Сейчас я вам скажу. Короче, за 3400 часов я в первый раз вышел в рейд без оружия. Первый раз за 3000 и вот 400 часов. Вот только что при вас. Как-то вот так, чат. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже в выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.